Ребята, всем привет. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас с вами новогодний мукбанг. Ребят, я сразу извиняюсь за эхо. Эхо есть, потому что я снимаю частично на балконе, чтобы был хороший свет. Поэтому буду говорить тихо. Надеюсь, вас не сильно расстроит мое эхо. Фух, если честно, переживаю. Я, смотрите, сегодня в очках, после катания, пришла не завтракая. Ребят, я очень хочу есть, очень. У нас сегодня с вами килограмм оливье, моя любимая мимоза, селедочка под шубой, котлеты по-киевски, картошечка, капустка. Давайте начинать. Ребят, я просто очень хочу есть. Сегодня будет такой видос. Ребят, булочка с сыром. Сегодня будет много чавкающих звуков. Возможно, будут слышны машины за окном. Сейчас поем чуть-чуть и все вам расскажу, что произошло. Очень вкусно. Вы знаете, я вам снимаю с Сочи. Мы находимся на горнолыжном курорте. Курорт называется Красная Поляна. Единственное, все хорошо, да, все идеально. Единственное, нет снега. Мы тут уже третий день, и сегодня покатались первый раз. Потому что очень большие очереди, так как бы мы находимся в месте под названием Красная Поляна. Это в целом как бы курорт, в которых входит три горнолыжных комплекса. Это вот Красная Поляна, Газпром и Роза Хутор. В этом году очень мало снега, поэтому все другие курорты, кроме вот Красной Поляны, закрыты. Оливье очень вкусное. Поэтому все остальные курорты закрыты. Все люди здесь находятся. Мы ездили также кататься в прошлом году. И мы прекрасно покатались. Вообще не было ни очередей. В этом году ужас. Посмотрите. Ужас в том, что невозможно покататься. Очень много людей, очень много желающих. Мы сюда еще приехали буквально на 3 дня. Ну, как бы ничего страшного. Приедем в следующий раз. Ну, конечно, немножко обидно. Давайте попробуем.
котлету по-киевски. Увидели, сколько масла. Обалдеть. Хочу вам просто показать. Вы не увидите, наверное, но там реально масло. Как знаете, в таком стаканчике. Честно, немножко скучаю по Москве. Потому что в Москве все-таки ощущаешь Новый год. Тут же вокруг нет снега. Я сниму, покажу. Вокруг нет снега. И от этого ощущения Нового года нет. То значит, тут как будто бы осень. Прекрасные котлеты по-киевски. Вы знаете, интересно, что есть люди, которые живут на юге, и у них, в принципе, я не знаю, как у них получается создавать новогоднее настроение. Все-таки мой любимый салат – это оливье и мимоза. Еще, естественно, тут не совсем удобно снимать. Вот я сейчас говорю в полголоса, потому что реально эхо. Реально сильное эхо. И нет света. Ну вот, я снимаю при обычном дневном свете. Я говорила в предыдущем видео, что мы поехали сюда на машине. В целом на машине очень удобно, потому что ты можешь куда угодно поехать. Ну и в целом мы изначально думали, что поедем в Москву на Новый год, по итогу решили, что скорее всего останемся здесь. А в Москву уже поедем после. Именно самого Нового года. И я сама не умею делать котлеты по-киевски. Это, наверное, одно из блюд, которые я никогда не пробовала делать. Знаете, сейчас такое настроение, что в Москве я очень активно записывала свой телеграм. Здесь же как-то, не знаю почему, но настроения именно активно записывать видосы в телеграм нет. Сейчас я выгоню собаку, потому что она надоела цокать. Вы знаете, вот у нас дома там украшена елочка стоит. Все такое прям, ну вот прям, да. А тут, ну как-то все зеленое. В этом году очень тепло, как я поняла, и нет осадков. Короче, сегодня пошла я на гору. Думала, покатаюсь. Мы пошли прям рано, к 8:30, и по итогу я вот к часу дня съехала раз четыре, не больше. И типа, знаете, как там
Ты съезжаешь 5 минут, потом полчаса стоишь в очереди на подъемник. 10 минут поднимаешься на подъемник, потом 5 спускаешься, 5 минут. И вот так вот по кругу. Если честно, в этот раз мне вообще не понравилось. Но вы знаете, я не расстраиваюсь, потому что тут, ну, в принципе, горный воздух. Можно походить, погулять. Какая-то смена обстановки. Ну, не получилось покататься. Приедем еще раз. Конечно, я думаю, тут очень многие люди в обломе. А как вы? Как ваше новогоднее настроение? Чем занимаетесь? Наверное, очень многие сейчас зарабатывают. Чтобы уйти на праздники. Ребят, сегодня решила сделать вот такой вот обалденный стол. Как вам? Ну, единственное, я когда стала уже снимать, поняла, что тут ужасное эхо. И вот с этим ничего не сделаешь. Ну, вы знаете, тогда у нас сегодня типа будет что-то ASMR. Давно мы с вами не виделись. Хотелось немножко поболтать. Ну вот не знаю, в общем, здесь какое-то такое настроение очень спокойное. Не хочется никуда бежать, ничего делать, знаете, такого прям. Даже не хочется инстасамку слушать. Грела в микроволновке и, похоже, перегрела. Вернусь в Москву и буду более активно снимать. Тут, честно, так не получается. Кстати, я хочу выложить такое, знаете, видео, лайв, как раз таки про эту поездку, больше рассказать, показать. Ребят, я наелась. Мы с вами съели где-то полкило оливье, но и остальное так понемножку. Мне оливье понравилось больше всего. Очень свежий, с колбаской. Прям то, что надо, с детства. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Надеюсь, что в этом году мы с вами еще увидимся. Подписывайтесь на мой телеграм, там меня больше. Целую.